Еще раз всех приветствую. Сегодня у нас не совсем гитарное видео, но тем не менее, думаю, что для общего музыкального развития будет полезно. Буквально вчера на стриме вкинули некую группу «Каркас» послушать, и я, как начинающий барабанщик, который все-таки более-менее вот с лета этого года начал стабильно заниматься и стараюсь где-то там по час-полтора в день, собственно говоря, этому делу время посвящать. И задача, конечно, выйти на серьезный темп, то есть 200 больше 16 ногами, ну и как бы сами понимаете, то, что будет такой как бы эксперимент интересный, получается, практически в реальном времени, сможет ли 40-летний товарищ, начав практически с нуля какой-то инструмент осваивать и выйти на нормальный уровень, то есть не уровень слэша с гитары, да, а более-менее нормальный. Ну, в общем, как бы, раз уж барабанная тема тоже как бы так или иначе на стримах сквозит, то вот, собственно говоря, скинули какую-то группу, хотя скинули, думаю, что по гитарной работе, но сразу обратим внимание, что барабанное вступление просто мега кривое, смотрите. То есть 16, особенно во втором блоке, уплывает сразу же у чувачка, а это студийка. Ну, гитара там тоже дальше хлебчанский, торопливый, но, тем не менее, еще раз, касательно барабана, смотрите. То есть, видите, просто мука. Хотя, опять же, да, это студийка, то есть люди сидели, там упарывались, некие продюсеры какие-то, там, наверное, седовласы за этим сильно наблюдали, но, в общем, не получилось. Значит, мне сказали, типа, в чате тоже, что кто-то слышит, кто-то не слышит, что это криво, и сказали, пробуй сам. То есть я, господа, опять же, барабанщик начинающий, но, тем не менее, решил попробовать. Сейчас вам покажу пример, как это прозвучало. Ну вот, я думаю, более чем очевидно, что, конечно, это получилось намного ровнее и мощнее, чем в оригинале. Опять же, то есть я начинающий барабанщик, для меня это хобби, а там чувак получается именно, ну, как бы профессионал считается. Поэтому вот вам, пожалуйста, ситуация для того, чтобы тоже дополнительно слух развивать. Конечно, у меня тоже там есть проблемы, но все-таки не настолько беда, как бы, как у этого товарища. И давайте я вам поставлю для сравнения. Я просто взял их, наложил друг на друга, то есть получается студийку и то, что я зарубил. И вот вы увидите как раз, особенно как во втором блоке, в начале 16 расползается у него, смотрите. Вот, видите, все, пошло варево, вот это, макароны развалились. Поэтому, в общем, барабанщику «Каркас» пожелаем обнуляться, спокойно, как бы медленно отрабатывать метроном, потому что пока, конечно, в плане бочек он не готов, даже на студийке. И в целом, господа, то есть, опять же, то есть, вот эти все вещи, это не для того, чтобы как-то там самоутверждаться, ЧСВ, а это для того, чтобы у вас просто общий уровень слуха, слуха вкуса повышался. Потому что слух — это не то, как вы слышите там выше, ниже ноты, а именно общее понимание. Когда сходу понимаете, что здесь записано, как бы, ну, халтура, то есть криво. Или, допустим, кидали некую группу «Стенд», там дико слабый гитарист, кстати, вот этот майк-мешок какой-то. И вот тоже мы, как бы, ну, в чате делали вопрос, слышали, люди не строят. Здесь буквально в первые секунды, смотрите. Вот это то есть жуткая нота. Ну и как бы тоже большинство людей, слава богу, услышали. И в целом, да, касательно барабанщиков, то есть когда я выйду на более-менее нормальный уровень, я думаю, что, может быть, в следующем году, надеюсь. И тоже, естественно, будут уметь ли. Ну, по Ларсу, я думаю, там и так понятно, да, особенно когда его попытки сыграть в ван, и что получается на концертах, которые, ну, не редактированы, там просто вместо шести нот, то есть вместо тык-ты-тык-ты-та, тык-ты-тык-ты-та, то есть там темп около сотни, то есть, в принципе, я уже сам это сыграю. А здесь, смотрите. То есть там какие-то... То есть из шести нот, ну дай бог, там 2,5-3 получается. То есть просто... То есть гитара немножко закрывает, помогает. А... Ну, то есть я молчу, что, естественно, никто никуда не попадает, но даже количество нот не выдерживает. То есть там нет тык-ты-тык-ты-та, тык-ты-тык-ты-та. Этого там, как бы, к сожалению, нету. Ну, так, господа, в общем, тоже лайкуйте видос и прокачивайте слух. И всем до скорого, заходите на стримы. И, как обычно, здесь была только правда об игре. Ну, уже даже немножко закрадывается об игре на барабанах. Всем пока. Итак, вы музыкант. Или стараетесь им стать. Существует много действительно нужных мелочей, которые пригодятся любому, кто связан с музыкой. В этом огромном мире звуков важно контролировать каждый этап, от идеи до финального результата. Для записи вашей заготовки вам понадобится более универсальный язык, нежели табулатура. Объясняется это тем, что в миксе будет не только гитара. Базовые знания теории пригодятся на всех этапах, но здесь особенно. Любую идею придется как-то развивать. Тут-то в игру и вступает гармония, построение аккордов, их движение, а самое главное — понимание того, что делать дальше. Все уже просчитано до нас. Хороший материал — это очень хорошо. Хороший материал в хорошей аранжировке — еще лучше. Вся фактура вашего произведения напрямую зависит от множества факторов, с которыми можно и нужно уметь работать. В каждом учебном заведении существуют отдельные преподаватели отдельных дисциплин.
И каждая дисциплина важна, если есть задача подготовить действительно хорошего специалиста. Итак, вы музыкант или стараетесь им стать. У нас есть для этого практически все. Гитарный, теоретический и бас-гитарный курсы занятий в очном или заочном формате. И вся необходимая часть по аранжировке и композиции. Информация в описании.